Минтруд Чувашии проводит еженедельный мониторинг предприятий концерна «Тракторные заводы» по состоянию на прошлую неделю. Из 1500 человек, которые работают в режиме неполной занятости, 1400 работали неполный рабочий день. 120 человек находились в отпусках без сохранения заработной платы, 32 работника в простое. По данным Госинспекции труда Чувашии, на предприятиях концерна нет задолженности по заработной плате, также нет сведений о планируемом увольнении работников предприятия. Ситуация находится под особым контролем правительства Чувашии.